моя интеллигенция учится резать и кушать с ножичком. Съел все сливы с ножичком. Не успела мама записать видео. Да? Кто учится с ножиком кушать? Миша. Миша. Еще дать сливки? Нет, конечно. Накушался уже, да? Можно порезать. Можно, только положи бананчик на тарелочку и можно. И можешь порезать. На какую? Ну, какую, на эту? На эту. Да. На эту. Да. На эту. Да. Нет, на тарелочку клади и режь ножичком. Ручки аккуратно, пальчики убирай, поранишь, аккуратно. Еще. Что еще? Не надо порезать. Надо порезать, ну порежь, только пальчики аккуратно держи. Оказался пластмассовым ножом резать. Надо как папа именно таким ножом. Миш, на ручке не-не. А как я буду резать? А вот так. Так, сильнее, 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 сильнее. Нажимай на ножик. Никак, да, не получается пока? Во как. Во как. Это я ломаю. Ты ломаешь. А тут? Как я папа. Конечно, как папа. Как Мишин папа. Да, разверни по-другому ножик. Разверни по-другому, переверни ножик. Как Миша переворачивает ножик. Давай пластмассовым попробуешь? Это скушай. Не трогай, не трогай ручки. Грязные у тебя. Мама закрыла. Вот этой. Вот этот все-таки ножик, да? А как я буду резать? Ну ты же этим попробовал. Ну, давай режь. Мама замай. Отрезал. Молодец, браво. Пальчики. Я аккуратненько режу, мам. Ты молодец. Аккуратненько. А теперь попробуй пластмассовым ножичком. Полегче будет. Попробуй-ка. Нет? Нет. Не проще? Вот этим. Вот этим проще, да? О, какой маман красивенький. Я не могу. Тихо, тихо, аккуратно ножик, аккуратно с ножиком. Посмотрим. Бери так зубками, кушай, откусывай и кушай бананчик. Нет, можно поесть еще. Ой, а как? Переверни, переверни ножик. Мишенька, надо перевернуть лезвие это. Вот, вот так. Возьмись как следует. Поближе ручкой возьмись, ручку вот сюда. Сделай вот сюда ручку. Угу. Переворачивай лезвие с другой стороны, Миш. Лезвие это у ножичка с другой стороны переворачивай. Не бананчик, а ножичек переворачивай. Не бананчик, а ножичек переворачивай. Угу. Вот, так. Мама, сюда посмотри. Посмотрю. Вот. Так, только держаться надо поближе. Вот здесь. И вот так вот. Посильнее нажимать. Раз. И все. Вот здесь держись. Раз. Да. Раз. О, браво. Как папа Мишин. Как папа Миша, ну как у тебя папу-то зовут? Миша. Угу.
Молодец. Отлично. Получилось? Да. Браво! Поздравляю тебя с победой! Я еще кладу супик. Ты, ты суп крошишь, что ли, да? Банан в суп крошишь, что ли? Да. Ты что, кушать готовишь? Да, маме. Маме суп готовишь? Ты маме помогаешь? Да. Ножик аккуратно держи. Переверни лезвие с другой стороны. Так? Да. Вот посмотри, где зубчики есть, там и лезвие. Нажимай сильней. Так, молодчина. Я суп готовлю. Молодец. Видишь, где вот, вот такие зубчики? Это и есть лезвие. Вот этой стороной нужно на еду ставить. Все, Миша еды наготовил. Помощник того. Нет, еще надо наготовить. Еще надо наготовить. Надо еще срезать. Ну хорошо. Хомячок ты мой сладкий. Ой, молодчина. Все. Еще. Еще.